Нет, это не получится. Вот это и ваш разговор еще записывал. Покажи, Нет, надо, чтобы он тут стоял, а то это будет сзади, это будет очень глухо. Но я тебе говорю, что... Так? Пожалуйста. Сейчас. Будем петь. Называется... Ой. Называется... Нет, песня командировочная не будет. Называется «В аэропорту через 10 лет». Юбилейная песня. Десятилетнему юбилею. Песни про Аэрофлот. Все равно на всех масле уже ничего не сделаем. Уже почти заполнили. Как он уже на что он зайдет? Начальник мой Ебаизотов, жалею вроде колет, как игла. Эх, говорит, бедняга, у них и то в Чикаго. 3 дня назад авария была. Хотя бы сплюнул, все же люди братья. И мы вдвоем, и не под кумачом. Но знает черт, и так для предприятия. Я хоть куда, хоть как и хоть на чем. Мне не страшно, я на веселе, чтоб по трапу пройти не моргнув, тренируюсь уже на земле, туго на туго пояс стянув. Но слава богу, я не вылетаю, в аэропорте время коротаю. Еще с одним таким же побратим, мы пьем 7-ю за день за то, что все мы сядем и, может быть, туда, куда летим. Пусть в ресторане не дают на вынос, там радио молчит, там благодать. Бежит швейцар и рявкнет, кто на Вильнюс, спокойно продолжайте выпивать. Мне летать острый нож не петля, ни поесть, ни распить, ни курнуть. И еще в безопасности для должен я сам себя пристегнуть. У автомата в нем ума палата, стою я, улыбаясь, голубовато. Такое мне ответил автомат. Я не в обиде, в ейский, почти по-европейски. Свобода слова, если это мат. Мой умный друг стал к полудню стал ломаться. Уже наряд милиции зовут. Он гнул винты, было 18, и требовал немедля парашют. Я приятеля стал вразумлять. Паша, Пашенька, Паша, пошут. Если нам по чуть-чуть добавлять, так на кой тебе шут парашют? Он пояснил, такие врать не станут. Летел он раз, ремнями не затянут. Вдруг взрыв, но он был к этому готов. И тут нашел лазейку, расправил телогрейку и приземлился в клумбу от цветов. Мы от его рассказа обалдели, а здесь все переносят и не зря. Все рейсы за последние недели на завтра, 33 декабря. Я напрасно верчусь на бубе, я напрасно волнуюсь вообще. Если в воздухе будет ЧП, приземлюсь на китайском плаще. Но смутно беспокойство ощущая, припоминаю, вышел без плаща я. Ну что ж ты натворила, Кать, а Кать? Вот только 2 соседки с едой всучили сетки, а сетки воздух будут пропускать. Мой вылет объявили, что ли, я бы не встал, теперь меня не подымай. Я слышу, пассажиры, за ноябрь ваш вылет переносится на май. Зря я дергаюсь, Ейск не берут. Пассажиры спокойней ягнят. Террористов на рейс не берут, неполадки к весне устранят.
считайте меня полным идиотом, но я б и там летал Аэрофлотом. У них худба и в небо хож не хож. А здесь сиди и грейся, всегда задержка рейса, хоть день, а все же лишний проживет. Мы взяли пунш и кожу индюка, брррр, снуем теперь до ветру в темноту. Удобство во дворе, хотя декабрь, и Новый год летит себе на ту. Друг мой честью клянется с пьяна, что он всех, если надо, сместит. Как же так хворит вся страна, никогда никуда не летит. А в это время где-нибудь в Красноярске, на кафеле рассевшись по-татарски, а пролетарии вовсе не скорбя, проводит сутки третьи шампанским в туалете, сам Новый год не пьет сам за себя. Помешивая поплою в бокале, чтоб вышел газ, от газа он блюет. Сидит себе на аэровокзале и ждет, когда наступит Новый год. Но хабаровский рейс отменен, там надежно засел самолет, потому-то и новых времен в нашем городе не настает.